И всем привет-привет, ребята! Вы на канале Mifix Game. Сегодня я буду обозревать вам вот такую коллекцию карточек. Но перед этим я хотел бы сыграть пару боев в Clash Royale. Так, извиняюсь, не та игра. Так, заходим в игры. Выбираем Clash Royale. А ну, подождите-ка минуточку. Так, вот прогрузочка нашей игры, ребят. И вот моя арена. Конечно, не судите строго, поскольку я только начал играть. Хочу прорекламировать клан. Клан называется Друзи. Сейчас я могу увеличить. Простите за качество, я просто с мамы на телефона снимаю, а с телефона на телефон, как вы знаете, очень плохо снимается, поскольку пиксели на обоих экранах. Вот моя арена, вот такие карты на этой арене. И смотрите, самое удивительное то, что эпические карты очень трудно качать. Сегодня эпическое было воскресенье, мне из бесплатного сундука выпал эпик, такой вот. Я купил ведьму, купил принца. И плюс мне еще принца пожертвовали. Как вы думаете, какого у меня уровня принц? Правильно, принц 2 уровня, ребят. Он мне просто так сильно дамажит, ребят, вы не представляете. Сейчас для вас я сделаю парочку боев. И все, мы идем в бой, ребят. Так. Бой вы сейчас все сами видите у себя на экранах. Вот, ребят, может вот так вот тут лучше. Так вот у нас принц разблокирован. Ну, именно в нашей колоде уже сейчас. Так, минус вышка. Кидаем армию скелетиков. Он поступил хитрым образом. И это очень плохой хитрый образ. Но мы его сейчас отдыхаем. Оп. Ай-яй-яй, наша ведьма вздыхает. Все, нашей ведьме конец. Кидаем фарбол. Стой, стой, куда ты бежишь? Фух. О, господи, тут надо быстро дефать. Сейчас мы быстро дефаемся, ребят. Нет! Какого не уровня принц? Первого, слава тебе, господи. Ну, у кого там принц 2 уровня на 2-й арене? Извиняюсь, ребята, чуть-чуть простыл. Но видео в течение лета, я обещаю, будут выходить довольно-таки часто, поскольку у меня будет больше свободного времени. Жат, у него есть валькирия. У меня вообще валькирии нет, мини-пека нет, у него есть, он духат. Почему? Блин, ладно. Так, ставим гоблинов. Ставим армию скелетиков. Вот они отдефали. Принц. Ай! Хитрый чувак. Подождал, пока мы используем стрелу. Он же есть, видимо, сейчас с парочкой удара. Оп. Оп. Пускаем принца. И гоблинов запускаем. Наш принц не должен... Ай! Интернет! Нет! Это неправда. Интернет хороший. Ну, все, еще минус вышка, ребят. Еще минус вышка. А, баги, 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 ребят. Давайте попробуем снести тут на трешку. Хотя нет, трешки тут не будет, они все сильно долго сражаются. Ну, 2 звезды, это тоже вполне неплохо. Сейчас, так, что у нас выпадает тут? Ну, сундука ж нету, монеток нету, это плохо все, ребят.
Все, вот разблокируется сундучок, у нас гемчиков нету, но карты хорошо прокачаны. Кстати, вот 3 дня до появления темной ведьмы новая Лего, и там походу будут эти летучие мышки. Эти опыты доступны на арене 8 или выше. Давайте посмотрим, правда ли это. 7-я арена, и вот 8-я арена. Да, через 3 дня появляется темная ведьма. Ладно. С телефончика мы сейчас заканчиваем. Кстати, влогер GoViral. Мне эту игру посоветовала моя подруга Влада. Я подумал, а почему бы не взломать ее? И сейчас посмотрите, сколько просто тупо, сколько у меня будет кристалликов. Сейчас я вам увеличу просто вот в этот угол. Сейчас вам просто покажу экранчик. Так, все. Сейчас вот моя комнатка сейчас покажется. Так-то рекламка. И вот такая моя комната. Переходим на улицу. Ну, тоже там на улице все красивенько. Заходим обратно и просто-просто вот посмотрите вот в этот угол. Тупо столько кристалликов. На просмотре не смотрите, просмотры я набрал сам. Так что не думайте, что я читерил просмотры. Или там, короче, не кидайте. У меня 13 эпизодов в своей лиге. Я, как и обычно, лучший игрок. Лига нуб. Ладно, все. На этом, думаю, мы заканчиваем эту часть видео и переходим к следующей части видео. И вот, собственно, то, ради чего я это видео вообще и снимал. Моя коллекция карточек Clash Royale. Начнем снизу. С левого угла. Коргик. Рояль Гигант. Барбариан Харт. Я подумал, все это будет долго, поэтому вот примерно вот по этой линии, как вы видите, вот линии вот тут у меня прям как на диване, и вот поделим на две части. Вот это будет во второй серии, а это будет в первой. Ладно, продолжаем снимать. Рейдж, всем известная и очень хорошая карта. Моя любимая карта кладбище. What the help? What the help? Почему? Что вот это вот такое над головой этого скелетика? Напишите в комментах, ПЖ. Так, заморозочка. Принцесса. Армия скелетиков. На стоимость эликсира здесь можете не смотреть. Она совершенно неправильная. Он стоит... Эта карта стоит совершенно не столько эликсира. Она стоит 3 эликсира. Ну, здесь все вполне правильно. Инферно Тауэр. Башня Инферно. Правильно. Спарки очень сильная карта, как вы знаете, если вы когда-нибудь играли в игру Clash Royale, в испытании с выбором карт, она вам обязательно попадалась. 6 эликсир, это правильно. Так, миньоны, орда миньонов, правильно. Так. Рейдж. И вышибала по 6 эликсиров. Ой, молния, извиняюсь, извиняюсь, молния вышибала по 6 эликсиров обе карты. Дровосек. 4 эликсира. Стражи. 3 эликсира. Надгробие. 3 эликсира. Айс Голем. 3 эликсира. Варвары. 5 эликсира. Элита. 6 эликсира. Вы полюбите элиту, если вы научитесь ее контрить. Мэджик. Ну и вот элитные варвары не смогли законтрить гиганта, ребят, поэтому он появился прямо на них. 5 эликсира, это правильно. Огненные духи. Не знаю, показывал ли я вам ледяного духа. Да, вам, да, я его и показывал вам. Ладно, наверное, показывал, потому что я что-то не вижу его. Ну, сейчас, ребят. Да, я вам его не показывал, нет. Так, маленький дракончик, 4 эликсира. Лучница, 3 эликсира. 5 эликсира стоят домик барбарианцев. Ой. Гоблинов, извиняюсь. Ёпта. Так, 3 эликсира стоит рыцарь. Простите, пожалуйста, я просто, ну, как я уже говорил в видео. Так, 2 эликсира гоблины. 2 эликсира другие гоблины. Пушка 3 эликсира. Миньоны 3 эликсира. Бревно легендарная карта 2 эликсира. И последняя на сегодня карта зап 2 эликсира. Как мы видим, пакетик. Пустой.
эту половинку карт. А следующая половинка карт будет вам обозреваться в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и зовите своих друзей. Пока.